Польская телевизия представляет фильм с серией «Пингвиник Пик-Кок» по водле книжки Адама Багдая. Малы эскимос. Пингвиник Пік-Пок разом со своим сябром Жэўжыкам прыцягнуліся з паўднёвага полюсу на далёкую поўнач, дзе хацелі бліжэй пазнаёміцца з мясцовымі насельнікамі і дзе іх чакалі малыя ды вялікія палярныя прыгоды. За палярным кругом я падаю, як немаўля. Ты что, на голову упал, малеча? Лучше на пустой животик. Дык напружь пустую голову, гляди! Ой-ой, поломка! Еще одна! Будет другий снеданок! Третья! А третья на обед! Раз, два, три! Понасаемся рыбками и я, и ты! Тихо, собачки, бо вы спужайте зяроў. Я найлепшы маленькі паляўнічы на ўсёй поўначы. Якія дзіўныя тюлені! Я такіх ніколі не бачыў! Что отбывается? А то кто? Кто это? На кого ты палишь? На тюленяу. А лишь ты у тем фраку выглядаешь так, небо утек с маскарада. А ты кто? Я малый пингвин Пік-Пок. Пік что? Идиота. Я еще николи не бачил, навод самого маленького пингвина. А я еще не сустракал такого великого свавольника, как ты. Выпрашам собе. Завай не до места, я маленький эскимос на великим поляванні. Але чому ты палюш на малых пингвинов? Это была невеликая помылка, я подумал, что ты тюлень. На мое око, я не тюлень. Але ты переполохал мне усіх тюленів в околице. А навод калі ты можешь ловить рыб. На мое око, я так само не тюлень и не умею плавать под лёдом. Але мы умеем, и да поможем тебе. Ты не торбуйся. Честь, здоровки, собаки. Я бачу, что тебе подобается моя запрыжка. Ты, напевно, хотел бы проехаться. Я завсёды любил подорожжи. Але у меня няма правоў на такі транспортны сродак. Да си рады. Треба стаць на палазы і біць пухай. Але памяркоўна. Наперед, собаки! Учекайте, разойдитесь, льдины, едут пингвины! Браво! Браво, выдатно! Ты порадил, як старый эскімос! Нічога асаблівага. Ты ж не штука. Я бачу, ты таксама хочаш пакатацца. Ага. Ну, добре. Добра, Зух. Покажи, на што ты здольны.
Только осторожно на поворотах. И не наполохай собак! Дорогие медведи, жаужик едет! Недрено вышло, хотя и скончилось все у грубе. Гляди! О, воечки, наближается снежная бура, мы мусим пошукать сховища! Не торопуйтесь, мы побудуем иглу. Гадкий домик со снегу, только треба спешаться. Только мусим себе поспешить. Это твою иглу? Это только цаглины со снегу. Воздух завея. Такое ехло, доброе вынаходництво. Как только я вернусь домой, но лучше своих сябров так будовать. Вот и прошла завея. Ура! Я уже мушу вертаться. Что поробишь? Кепски вышел из меня поляуничий. Сябры меня обсмяют. Ого, сколько рыбы! Поколь собаки, дайте бусяки. Дякую вам за рыбу. До побачення, веселые пингвины. До побачення, поколь! Я не заморожу нос, бо показал мне эскимос, як иглу будовать. А я люблю на санках кататься да забавляться. Сценар, сценография, мастацкое кіраўніцтва Тадеуш Вількуш. Режиссер, мультипликатор Кристина Кульчицка. Пераклад Юля Костіна. Читала Ганна Зазулінська.